Мы в гостях у Скарлетт. Решили снять сверху. Да? Скарлетт. Счастье перепадет у гощенька. Розе надо оставить чуть-чуть. Розе только. Да, сейчас хорошая. Поставим Розе. Малышня. Раз. Скарлетт. Еще. Там родственнички подошли. Я вот им хочу. Родственники. Так, малышня, малышня. Как раз и родственникам по кусочку. Все, всем по кусочку. Розе два кусочка. О, там как раз и третий родственник подошел. Так. Так, тут мамин хвост очень интересный. Один в домике, он убежал туда, лег там и лежит. И я типа сплю. Я отдыхаю, я в домике, да? Мы когда подходили, он туда чухнул. Все, все угостились. Ну, все, извините, ребята, больше нет, уже не осталось. За весь день раздали всем. Оу. Они сверху точно как креветочки. Две маленьких и одна тигровая, да. Кто у нас здесь играет с мамкой? Ты не с мамкой? Тебе интересно? Ага, и третий вышел. Такой. Типа меня тут не было. Вернее, типа я тут все время и был. Ой, как облизывает. Мама метит родственников. Родственники мои. Да. А этот вылез из домика. И такой, типа я тут все время и был. Вы меня просто не видели. Фырыры, фырыры. Ой, я так не могу. Так мне нравится, когда они фыркают. О, ты уже такой здоровый, что тебе аж тяжело прыгать на домик. Кабанчик. Ну, он Скарлетт раз-раз пометила родственников. А те ходят и улыбаются теперь. Все мы одной крови, ты же Скарлетт, да. Не вздумайте. Ох, прям. Скарлетт что-то прям им пишет, писать. Эти поэмы пишет. Письма, да. Счастья. Пришли. Скарлетт, что-то ты прям разметилась. Хорошо, что там они здесь. А эти два вот тут вот лежат. А, пошел, пошел к маме, интересно. Пошел к папе. Интересно. Ты с братаном. Мамин хвост очень интересный. Смотри, что подошла, не пришла нас. Вот если она сюда придет, я попала, конечно. Ну, Скарлетт вроде не отличается скверным характером. Вроде да. Метит только тигра. Улеглась. Не еще не по... Так, можно. Сейчас прибегут. На мамку улеглась прям под решетку. Здесь.
Что тут? Что тут такое? Что тут такое? Малышарики. Я вот думаю, чтобы он меня не пометил только сверху. Хитренький. Такой, в уголке тут спрятался. Карлик, муженек-то следит за твоими гостями. О-о-о. Все, втроем здесь пришли в уголок, как медвежата. Все в один уголочек. Ой, что там? Там папка наверху. Папка наверху. Ой-ой-ой. Отлично. Прицел у Скарлетт не очень. Не очень, да, да, не очень прицел у нее. Но она сегодня что-то прям так отчаянно метит. Сверху там. Почему ко мне в гости никто не ходит? С тобой играть опасно. Этот явно хочет папку достать. Папка, спускайся, да? А папка объедает дерево. Вкусно? Ой, побежали. Побежали, побежали. О, молодец. Скарлетт, красоточка, легла. Легла, может, дети поедят молока. Да, Скарлетт? Покормишь их молоком? Папа ушел. Все, детям спокойнее. Больше никто не хочет папу достать. Разбойники. Поймали. Красавчики. Скарлетт, ты такая красоточка. Кто тут пришел на манку? Ты еще не умывался. Мама тебя стягивает, да? Скарлетт. Да. Оу, хорошая. Хорошая. Побежала, малышня. Побежала. Ну, как мамин хвост. Тоже отличная игрушка. Скарлетт. Что ты такое делаешь? Ты моя девочка. Да. Опять мимо. Слава богу, Скарлетт, что у тебя плохой прицел. Ну, пора отсюда уходить, а то вернется сейчас.
Да, метит везде и все.